everyone, and welcome to my new English lesson. Сегодня мы с вами разбираем разницу между pecant и might. Итак, в чем же разница? Мы используем going to, если мы точно решили делать какое-то действие в будущем. Например, I'm going to do this English course next month. Вот точно решила пройти эти курсы. Вот 100% пойду. Если мы сомневаемся, что действие в будущем будет совершено, мы используем слово might. Возможно. I might do this course next month. Но возможно, я пройду этот курс, эти курсы в следующем месяце. Но сомневаюсь. Но хочу. Но сомневаюсь. Итак, надеюсь, ясна разница. Going to. Решила и сделаю. Might. Ну, возможно, сделаю. Есть еще один нюанс. Отвечая на вопрос, are you going to do this course next month? Вы можете сказать, yes, I might. Ну, возможно. Или просто, I might. Либо ответить традиционным, известным нам всем способом, yes, I am. No, I'm not. Если вам все ясно, жду ваши комментарии под этим постом. Напишите два примера. С be going to и со словом might. Good luck!